Ничей сквер и мусор тоже ничей. Зеленый участок на Анисифрагибу превратился в свалку. Туда то и дело выбрасывают отходы, бутылки, коробки и бесчисленное количество пакетов. Как говорит претор Буйкан, зона не имеет конкретного владельца, но за порядком там следят. А вот кишиневцы во всем винят безответственную молодежь, которая выбрасывает отходы, где попало. Зеленая зона среди деревьев и травы превратилась в импровизированную свалку. Десятки пакетов, пачки из-под сигарет и бутылки – все это выбрасывают в сквер на Анисифрагибу. Здесь же несколько картонных коробок, доверху заполнены мусором. Прохожие сетуют, что сквер облюбовала молодежь, которая выбрасывает все ненужное после посещения близлежащей заправки. Но и граждане без определенного места жительства тоже сюда несут свои отходы. Когда мы возвращаемся после работы, они тут, и бездомные, и молодежь. Безответственные молодые люди, а мы потом дышим нечистотами, и наши дети тоже. Надо больше ставить мусор, ведь здесь их нету. Если здесь продают, значит, надо ставить мусорки. После нашего появления в сквер прибыли работники притуры и принялись расчищать зону от мусора. По нашему запросу претор Буйкан Вадим Брынзанюк нам поведал, что эта территория не является частной, но с мусором приходится бороться практически каждую неделю. Зона никому не принадлежит, ею никто не управляет, и каждую неделю та же ситуация. А как она может никому не принадлежать? Здесь нет четко указанного владельца. По словам претора, вскоре здесь может появиться общественная парковка, поэтому проблему с отходами решат.